При работе профессиональным ножом с сегментными лезвиями рано или поздно их нужно обламывать. Можно сделать это плоскогубцами или как-то так. Небезопасно и непонятно, куда может улететь острый осколок металла. Для этого Стэнли придумал интересный механизм обламывания лезвий. Магниты в нужных местах делают его еще более безопасным. Лезвие не разлетается, и вы можете дальше продолжить работать удобно и без лишних рисков.